Всем привет! Это «Правильный выбор». Сегодня я расскажу вам о лучших экшн-камерах, которые позволят запечатлеть яркие события вашей жизни. В этом видео я расскажу о 8 лучших экшн-камерах, чьи возможности и технические характеристики выделяют их на фоне конкурентов. А также в описании под этим видео вы найдете ссылки на сайты, где сможете самостоятельно сравнить стоимость этих устройств. Но перед тем, как я начну, попрошу вас, дорогие зрители, поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Также рекомендую вам подключить уведомления, нажав для этого на колокольчик. Ведь на канале «Правильный выбор» регулярно выходят новые интересные видео, которые могут быть вам полезны и помогут определиться с покупкой того или иного устройства. Открывает наш рейтинг лучших экшн-камер SJCAM SJ4000. На сегодняшний день это одна из самых популярных камер благодаря невысокой стоимости и большому количеству возможностей. Экшн-камера умеет записывать видео в разрешении Full HD и позволяет снимать под водой на глубине до 30 метров благодаря аквабоксу. 12-мегапиксельная матрица камеры обеспечивает создание ярких и детализированных фотографий и видеороликов вне зависимости от уровня освещения. Кроме того, устройство поддерживает функцию циклической записи и может использоваться в качестве видеорегистратора, что особенно будет полезно мотоциклистам и любителям кататься на велосипеде. Для управления камерой есть специальное приложение, связь с которым осуществляется через Wi-Fi подключение, что позволяет быстро перекинуть на смартфон снятые материалы. Помимо водонепроницаемого бокса, к SJCAM можно докупить дополнительные аксессуары, которые позволят устанавливать камеру на руль велосипеда, шлем или другое спортивное снаряжение. Также стоит отметить, что производитель выпускает данную модель экшн-камеры в 8 расцветках. А что касается автономной работы устройства, то ее аккумулятора хватает на 1,5 часа непрерывной работы. Следующая участница нашей подборки лучших экшн-камер – Aiken H9R. Она позволяет записывать видео с разрешением 4K с частотой 25 кадров в секунду. Камера оснащена 2-дюймовым LCD-экраном, с которого удобно просматривать заснятые фотографии и видео. Эта модель подойдет всем любителям активных видов спорта, в том числе и тем, кто занимается подводным плаванием. Ведь у нее есть водонепроницаемый бокс, с помощью которого можно опускаться в море на глубину до 30 метров. Камера поддерживает дистанционное управление с планшетов и смартфонов на базе операционных систем iOS и Android через Wi-Fi соединение. При этом сама камера может находиться в радиусе до 20 метров от снимающего. Также стоит отметить, что в комплекте с камерой идет пульт дистанционного управления, который позволяет начинать и заканчивать съемку удаленно. Емкости аккумулятора у этой экшн-камеры хватает, чтобы снимать видеоролики в разрешении Full HD на протяжении 90 минут, а при съемке в 4K время ее работы составляет 70 минут. Еще один представитель SJCAM в нашем топе лучших экшн-камер – модель SJ8 Pro. С ее помощью вы сможете записывать видеоролики в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду и делать яркие снимки при любых условиях освещения. Качественную стабилизацию при видеосъемке в этой камере обеспечивает 6-осевой гироскоп, поэтому даже при активных действиях и движении на большой скорости ролики на SJ8 Pro получаются плавными. Ну а чтобы при видеосъемке были записаны все звуки, устройство имеет 2 микрофона с функцией шумоподавления. Кроме того, камера обладает 8-кратным зумом, что позволяет сделать фото объекта, находящегося на большом расстоянии. Весь отснятый материал можно быстро скопировать на смартфон или планшет. Передача данных осуществляется через специальное приложение и Wi-Fi подключение в диапазоне 2,4 и 5 ГГц. Также стоит отметить, что у камеры сенсорный IPS-экран, что позволяет в любой момент переключать режимы съемки и просматривать видео или фото, а также есть передний экран, на котором отображается информация во время съемки видео. SJ8 Pro демонстрирует отличный результат автономной работы. Заряда аккумулятора хватает на 1,5 часа съемки видео в разрешении 4K. Также стоит отметить, что для камеры предусмотрен водонепроницаемый бокс, который позволит опускаться с ней на глубину до 30 метров.
Следующая участница нашего топа – лучших экшн-камер Sony HDR AS50, позволяющая снимать видео в 4K разрешении со стереозвуком, а также поддерживающая замедленную съемку с частотой 120 кадров в секунду. Кроме того, она может погружаться в воду на глубину до 60 метров благодаря водонепроницаемому кейсу. Камера оснащена системой стабилизации Steady Shot, которая компенсирует воздействие вибраций на матрицу устройства и делает видеоролики более плавными. Кроме того, камера оснащена высокотехнологичной оптикой Zeiss Tessar. Благодаря этому она может получать исключительно четкое и контрастное изображение в любых условиях, в том числе при очень слабой освещенности. Устройство поддерживает ручную установку параметров экспозиции, баланса белого и корректировки цветопередачи для получения требуемых художественных эффектов. Кроме того, пользователю доступен выбор угла обзора, соответствующего широкоугольному и стандартному положению оптики. В камере предусмотрена функция циклической записи, поэтому она отлично подходит в качестве видеорегистратора для велосипедистов и мотоциклистов. Управление камерой может осуществляться как непосредственно с помощью кнопок на корпусе, так и через приложение на смартфоне или через специальный пульт. И это далеко не все возможности экшн-камеры Sony HDR AS50. Ознакомиться со всем перечнем ее функций вы можете по ссылке, оставленной в описании. Там же вы найдете ссылки с указанием цен и характеристик на другие экшн-камеры, которые упоминаются в этом видео. Я специально оставил их там для вас, чтобы вы сэкономили время, так что смело кликайте по ним. Ну а тем временем перехожу к следующему участнику. Экшн-камера DJI Osmo Pocket позволяет своему владельцу записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду даже в самых сложных условиях, будь то бег, прыжки или езда на высокой скорости. Она снабжена удобной рукояткой с трехосевым механическим стабилизатором. Высокочувствительные датчики и тщательно отлаженные электромоторы сохраняют постоянное положение объектива, компенсируя вибрации, дрожание рук и резкие рывки. В камере применяется светосильная оптика с матрицей с большим физическим размером пикселей, что позволяет снимать яркие фото и видео даже при слабом освещении. Камера поможет реализовать самые смелые творческие задумки. Она предлагает режимы фокусировки на лице и слежения за движущимися объектами, панорамы из десятки кадров, интервальной съемки и работы с длинной выдержкой. На ручке камеры расположен универсальный разъем. К нему можно подключать адаптер для микрофона и смартфонов, пульт управления зумом и панорамной съемкой, модуль беспроводной связи или зарядные устройства. Благодаря этому DJI Osmo Pocket отлично подходит для съемки блогов. Управление устройством осуществляется через приложение DJI Mimo, с помощью которого можно быстро загрузить отснятый материал и отредактировать его. Что касается автономности устройства, то его аккумулятора хватает на 140 минут съемки в разрешении Full HD. Конечно же, в нашей подборке лучших экшн-камер есть представительница GoPro. Модель Hero 7 Black Edition – это профессиональная экшн-камера, которая поднимает ваше операторское и режиссерское мастерство на новый уровень. С ее помощью вы сможете снимать видео в разрешении 4K в экстремальных условиях. С ней можно плавать на глубине до 10 метров, а если поместить камеру в водонепроницаемый кейс, то спуститься можно будет на 60 метров. Для того, чтобы видеоролики получились плавными, GoPro Hero 7 снабжена системой трехосевой цифровой стабилизации. Ну а чтобы при съемке видео звук был самого высокого качества, в устройстве предусмотрено 3 микрофона. Кроме того, к камере можно подключить стереомикрофон через специальный разъем. Весь отснятый материал можно тут же посмотреть на экране, поддерживающем сенсорное управление. Кроме того, GoPro Hero 7 имеет дополнительный экран рядом с объективом, который подскажет снимающему, какие настройки сейчас выбраны и включена ли запись. Ну и конечно же, все фотографии и видео можно быстро скопировать на смартфон или планшет через специальное приложение, с помощью которого можно также будет отредактировать отснятый материал и вести трансляции.
еще одна представительница GoPro, удостоенные попадания в наш топ лучших экшн-камер Hero 8 Black, с помощью которой можно снимать на глубине до 10 метров без использования водонепроницаемого бокса. Камера взяла лучшие от 7-й версии и получила несколько новых полезных возможностей. GoPro Hero 8 обеспечивает стабилизацию при съемке в любом из выбранных режимов, будь то запись в разрешении 4K 60 FPS или Full HD с частотой 240 кадров в секунду. В камере предусмотрено три режима – стандартный, спортивный или кинематографический, каждый из которых подбирает оптимальные настройки для получения идеальных кадров. Кроме того, в экшн-камере предусмотрена функция TimeWap 2.0, которая позволяет получить ускоренные видеоролики. В плане фотосъемки GoPro Hero 8 тоже впечатляет. Полностью переработанный алгоритм HDR-фото позволяет получать снимки с яркими, насыщенными красками, четкими контурами и глубоким черным цветом даже в условиях плохого освещения. Камера предоставляет в ваше распоряжение множество полезных инструментов: таймер, функцию распознавания улыбки и многое другое. Ну а посмотреть отснятый материал всегда можно будет на большом экране или через приложение. Также стоит отметить, что для камеры выпускается огромное количество аксессуаров, позволяющих устанавливать устройство на различном транспорте и снаряжении. Завершает наш топ-8 лучших экшн-камер Sony FDR-X3000. Она оснащена светочувствительной матрицей CMOS XMORE R, которая позволит снимать фото в высоком разрешении и видео в 4K даже при плохом освещении. А благодаря продуманной системе стабилизации записанные видеоролики будут плавными и без рывков. Также стоит отметить наличие стереомикрофона, позволяющего записывать звук высокого качества. Камера устойчива к низким температурам, а также попаданием на нее брызг воды и пыли. Кроме того, идущий в комплекте с ней водонепроницаемый бокс позволяет погружаться с ней на глубину до 60 метров. В камере предусмотрена Bluetooth-связь для подключения к компьютерам, планшетам или смартфонам для просмотра и обработки отснятого материала. Также есть модуль Wi-Fi, через который можно управлять аппаратом удаленно при помощи смартфона или специального пульта. Что касается автономности экшн-камеры, то благодаря аккумулятору с увеличенной емкостью он позволяет снимать видео на протяжении 2,5 часов. Это был топ-8 лучших экшн-камер. Напоминаю вам, что для вашего удобства в описании к этому видео я оставил ссылки на сайты, где вы сможете сравнить их стоимость и ознакомиться со всеми техническими характеристиками. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и напишите в комментариях, какую из представленных в ролике экшн-камер вы бы купили и почему. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. И чтобы его не пропустить, жмите на подписаться и колокольчик. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».